Семен, поздравляем с победой. Какие впечатления сегодняшней игры? Спасибо. Игра, ну, сначала давалась легко, потом немного, не знаю. Нет, в принципе, игра хорошая. Вытерпели 2-0. Спасибо Андрею Литвинову. Отыграл на ноль. Красавчик. У вас сегодня первая заброшенная шайба в сезоне. Да, наконец-то. Какое-то проклятие уже было. Не знаю. Уже все. Крыша ехала. Ну, спасибо, что так получилось. Спасибо всем. В психологическом плане, насколько, может быть, тяжело было выходить на сегодняшний матч после такой выездной серии? Да, ну, было, конечно, не то, что мандраж. Ну, просто такое угнетенное немножко состояние. Но это очень важная победа. Молодцы, что парни выдержали, выиграли. Дальше все должно быть хорошо. Дальше все будет замечательно.